Тот случай, когда вода зеленее листьев на деревьях. Пруд у цирка окрасился и стал похож на болото. И все потому, что труба под землей дала трещину. В сетевую воду добавляли краситель уранин-А, чтобы проверить систему на герметичность. Специалисты отмечают, что это органическое вещество безопасно для людей и животных, поэтому флоре и фауне пруда у цирка ничто не угрожает. Жильцы домов рядом не останутся без горячей воды и отопления, поскольку труба, на которой вскрылся дефект, относится к диораме. В Т-плюс пообещали в скором времени залатать трещину, чтобы музей не остался без тепла. Всего в период с 24 по 31 октября на сетях в Кирове выявили 18 протечек в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5. Это на 83% меньше, чем при аналогичных испытаниях в 2020 году. Второй этап испытаний труб на герметичность стартует в понедельник, 7 ноября. Уранин будет вводиться в теплоноситель ТЭЦ-4. Если вы заметили, что вода из крана окрасилась в желто-зеленый цвет, нужно сообщить об этом в свою управляющую компанию. Если вы увидели там позеленевшую воду, это ненормально. Это значит, что вода с ТЭЦ, что чего не должно быть при закрытой системе, попадает к вам в водопровод, и значит, бойлер в вашем доме, либо на ЦТП, водоподогреватель, не герметичен. И если есть информация, передавать ее в тепловую справочную службу 744-901, либо на сайт hotwaterkirov.ru. Если у вас дома позеленела горячая вода, в управляющей компании, она уже передаст информацию.